до Песаха менее 2 недель. Вы бы не могли для нас объединить внутреннее и внешнее с этим праздником, его обычаями, как ко всему этому относиться? Праздник очень важный. Свята в пробуждении свыше. Они пробуждают наш мир и дают особое возбуждение на время Песаха. Поэтому мы должны этим воспользоваться и сделать удар распространения как можно более сильный. От этого зависит будущее страны, мира, всех народов. И надеюсь, что эта тема, эта тенденция, находящаяся в Песахе, она действительно примет свою внутреннюю суть тем, что мы постараемся сделать. И именно вокруг этой точки, не то чтобы мы праздновали, нам нечего праздновать. Ну, вышли из Египта, и что? А у нас празднуется одно. У нас в руках есть средства достичь того, чтобы быть духовными людьми и поднять весь мир на этот уровень.